первом полугодии 2018-го тарифы на электроэнергию не повысятся. Данную информацию предоставил крымский Госкомцен. Нормативным правовым актом расширен второй блок потребления от 15 до 600 кВт в час в месяц. В январе верхний порог блока увеличится до 800 кВт в час. Кроме того, не изменятся и цены на газ. В утвержденных тарифах на 2018 год значится, что розничные цены с 1 января составят за 1000 кубометров порядка 4200 рублей. Если потребление будет в пределах до 3500 метров кубических, за объем потребления свыше указанного цена составит 8000 420 рублей за тот же объем.